Для котлет с сюрпризом нам понадобится куриный фарш, вареные куриные яйца, панировочные сухари, 2 свежих яйца для кляра и оливье для жарки. Итак, фарш я беру куриный, добавила в него натертый лук, немножко молотого черного перца и присолила. Так, итак, начнем. Разбиваем яйца, нам нужны сырые. Взбиваем их вилочкой. Немножко присаливаем. Итак, берем вареное яйцо. Облаживаем его вот так фаршем. Заворачиваем его в фарш. Обсыпаем панировочными сухарями. И обваливаем в яйце. Затем опять сухари. И снова в яйцо. Опять сухари. И то же самое проделываем с остальными вареными яйцами. Так. Доделали мы наши котлетки, теперь будем их обжаривать. Наливаем подсолнечное масло в сковороду, сейчас она прогреется, и мы их будем вылаживать. Будем их обжаривать со всех сторон под крышечкой. Вылаживаем наши котлетки. Будем их переворачивать, чтобы обжарили со всех сторон. И накрываем крышечкой. Переворачиваем. Чтобы они обжарились со всех сторон. Котлетки наши обжарились. Можно их доставать и перелаживать в кастрюльку.
Так, берем нашу котлетку. Сейчас мы ее порежем. Посмотрим, как у нас получилось. Нож должен быть острым. Очень вкусная закуска, необычная. Можно готовить на любой праздник. Вот такие у нас получились котлетки с сюрпризом. Очень вкусная закуска, подойдет к любому празднику. Гостям очень понравится.